домой. Я там крузачок поставил одним колесом на поребрик. Что за поребрик? Ну, такой маленький, красненький такой, удобно на нем заехало так. Да и... вы что, с ума сошли, что ли? Это спорткар Юдашкина. Ну, ничего, деньги есть, разберемся. Да при чем тут деньги, бабушка? Там, по-моему, в машине Юдашкин сидел. Был Юдашкин, стал Лепешкин. Вот моя визитка. А, так что ж вы раньше-то не представились. Меня зовут Вальдемар. Значит так, Володя, мне нужно платье для особого случая вечернее. Я понял. Давайте определимся со стилем. Я думаю, вам подойдет casual. Ну ты посмотри на меня. Я и так уже вся ску casual. Так, давайте подумаем. Может быть, фьюжн, может быть, милитари, а может быть, рустикальный? Усыпальный. Простите, а, вы идете на похороны, я понимаю. Примите мои соболезнования. Ну, не совсем иду, меня несут. 10 лет ищу себе платье, чтобы дойти в мир иной. Никак не могу найти. Есть что-нибудь? Так вы для себя? Да, да, да. Подберем. Да. Подберем без проблем. А, да. Я предлагаю вот это платье для вас. Посмотрите. Да, нет.